Всем привет! Сегодня готовлю куриный суп с яичными блинчиками. Выручит и разнообразит повседневное меню. Готовится быстро, получается очень вкусный, красивый и ароматный. Приготовим куриный бульон. Я для приготовления взяла сегодня 2 окорочка. Можно взять куриную грудку. Чтобы бульон был прозрачный, готовим его на небольшом огне. Пока готовится бульон, все подготовим. Сначала пожарим яичные блинчики. В миску разбиваем 1 яйцо, добавляем немного соли и взбиваем венчиком. Сковороду смазываем растительным маслом, выливаем подготовленное яйцо, распределяем по сковороде и жарим с двух сторон до золотистого цвета. Пока готовится блинчик, подготавливаем следующее яйцо. Так готовим из 5 яиц 5 яичных блинов. Разрежем яичные блинчики соломкой. Небольшую луковицу нарежем кубиками. Морковь натрем на крупной терке. Обжарим лук с морковью на небольшом количестве растительного масла до мягкости. Из готового бульона убираем готовые окорочка. Кладем морковь с луком. От окорочков отделим мясо и нарежем. Добавляем мясо в бульон. Кладем яичные блинчики. Варим все вместе 3-4 минуты. По желанию добавляем зелень. Суп готов, можно подавать к столу. Он хорошо хранится, блины не разбухают, поэтому можно смело варить большую кастрюлю. Если хотите удивить своих родных новым вкусным супчиком, тогда это то, что вам нужно. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!